Все, нормально. Блин. Вот новый объект у нас. Приехали. Будем отделывать. Короче. Купили хозяева недавно. Соседняя сторона. Ну, вот красивенько. Тапчет просто травы, чтобы 2-3 машины заезжали сюда. Тихо, да, здесь хорошо. Место хорошее. Надо косить травы. Так. Проверяем. Надо поменять. Все сгнило. Если гнило, надо. Все менять надо. И вот это все. Все гнилое, конкретно сгнило, смотри, сгнило. Ну, потому что не обработано, не открыто. 10 лет стоял, да? Да. Это сгнило нижнее, смотри. В общем, тут надо брус брать конкретно. Это брус какой у нас? Будем 200, делать, да? Кубик. Красиво. Открыто, да? Нет, закрыто, надо через брус убедать. О, какой лес маленький, да? Сколько соток-то у него? 25 соток. Лес. Как будто лес, да? Свой собственный лес. Свой лес. Вообще классно. Волки, медведи, где вы? Белки. Свой лес, понимаешь? Вообще. Да. Ну вот здесь забор идет, вот у него. Видишь забор? И вон там впереди забор. Как кино, да? Натуральный лес. Часть деревьев нужно вообще повалить. Молодец он, конечно. За сколько купил? Не знаете? 5,5 миллионов. Нормально. Ку-ку! Идиота, видишь? Повело их, просто искривились, блин. Че, высоко-то здесь? Лестница будет, да? Здесь холл. Здесь холл, холл. Да? Здесь да. Холл, да. Вход. Лестница отсюда может быть. Лестница отсюда может быть. Ты понимаешь, как они захотят? Красиво. Тут голубятня была. Крыша не утеплена вообще. Угу. Понял? Вот, то есть крыша, она накрыта, но она не утеплена. Здесь все затянуто, венцы все связаны. Внутри, в принципе, нормально, как таковое есть. Сергей Станиславович видел, да? Это или здесь внутри. Не был он? Внутри. В принципе, конечно, если шлифануть, обработать. Он хочет внутри еще фальшбрусом сделать. Ну, понимаешь, фальшбрусом, блядь. Не хочет, да, оставлять? Блядь, лучше бы желательно оставить бы, да? Вот такие у нас. Скоро тут, конечно, зачищать заказы. Все, восстанавливать, блять, нормально. Вот я почему снимаю, когда мы начинаем работать. Это вот эти двухсотые бусы. Вспомни просто, какой было. Да, да, да. Ну, здесь будем ложить, да, здесь положим. На эти камни ничего зажить.
принципе, нормально здесь. Ага. О! Голубя. Не буду трогать тебя. Пойдем. Сколько там комнат получается? Раз. Наверху? Вот вход оттуда надо будет. Отсюда не будет входа. Ну отсюда будет вход. Лестница здесь будет, да, наверное. Так, здесь комната. Раз, два, три. Один маленькая комната. Не знаю, какая комната это будет. Три комнаты. Все. Здесь можно просто сидеть, кушать. Вот. Территория. Классно. Это будет балкончик. Ну, нравится тебе? Ну, нормально. Можно здесь жить? Конечно. Нужно жить. Не можно. Спортсмен живет там, сосед. Здорово. Баскетболист, что ли? Здесь один, а второй там у нас. А вот еще один. Он еще летает маленький. Давай. Ну ладно, пошел. Не буду тебя мешать.